Сергей, добрый вечер. Добрый. Ты сегодня находишься на водоеме Савельево 2. Расскажи, пожалуйста, где ты ловил, на какой зоне, на что поймал, про свой улов. Я всегда на Савельево 2 на водоеме нахожусь. Во-первых, добрый вечер еще раз. Ловил слева на седьмом мостке. Сидел. То есть конкретно ты сегодня на основном водоеме рыбачил, правильно понимаю? Ну, мы рыбачим на основном водоеме всегда. Вот. С утра одну поймал на бомбарду, на резину траутзон. Потом, после запуска, начал активно клевать на пасту, но я почему-то не ловил. Ну, чуть попозже, немножко поменял оснасточку, и дело пошло. В турнире участвовал, но занял второе призовое место. Так, вот ну, к вечеру немножечко, чуть-чуть не добил я победителя. Ну все уже, хорошо, рыбка крупная у тебя сегодня. Еще, ловил сегодня, вот у меня к вечеру клевал вот на эту вот пасту. Это у нас турбо. Турбо, да. Это вот после обеда, то есть к вечеру. Да, после обеда и все поклевки были со дна, полметра от дна. Кидал плавающую, тонущую бомбарду, кидал практически на середину водоема. И потихонечку чуть-чуть подматывал, то есть давал пасти играть. Но это сугубо мое мнение о рыбалке. То есть многие люди ловили на железо, кто-то на резину. У меня, к сожалению, сегодня железо не работало. Но все равно сегодня отличная рыбалка. То есть все довольны. Народу много. Так, ну благодарю за визит, за то, что посетили в очередной раз водоем Савельево 2. Приезжайте к нам снова и снова, будем ждать вас. Будем конечно, рады. Конечно, приедем. Может быть, даже завтра. Всего доброго, до свидания. До свидания.